Дворец культуры города Лиды начинает цикл мероприятий «Году народного единства» и приглашает 5 февраля в 18:00 посетить Art Stories «Когда мы едины, мы непобедимы». В едином творческом альянсе народный ансамбль еврейской музыки «Шалом», эстрадная студия «Акцент», народный ансамбль польской песни «Красавяцы» Дворца культуры города Лиды и вокальный ансамбль «Смиричка» Лидской районной организации «Трембита» создадут дружескую атмосферу и позитивное настроение. Всех ждем!